Смотрите, в одной плотности у нас с вами есть несколько слоев, как несколько кругов. И когда мы находимся в одной плоскости, то есть сначала, когда мы осознаем себя, мы в этой плотности видим не только себя. Мы уже начинаем видеть какие-то процессы, которые любой другой человек, любой иной, который с нами взаимодействует, он может не ощущать себя в нескольких пространствах. А ты его начинаешь видеть, его начинаешь собирать, на него смотря, ты его видишь в нескольких плотностях живущий, и как будто его, не как будто, а так оно и есть, предыдущее его воплощение. То есть мы все прекрасно знаем, да, что мы, многие из нас здесь живут не одно воплощение. Кто-то пойдет дальше на следующее воплощение, на реинкарнацию, кто-то уже не пойдет. И кто не пойдет, этих людей тоже сразу же видно. Кто не идет на следующее перевоплощение, вы их тоже начнете видеть потом. Кто эти программы заканчивает уже в этом воплощении, а когда идет тотальное осознание себя тем, кто ты есть. То есть тебе уже не нужно проходить какие-то уроки. Когда тебе не нужно проходить какие-то уроки, ты идешь на расширение. На расширение – это уже про другое. Ты можешь оставаться в этом физическом теле, ты можешь быть без этого физического тела, ты можешь осознанно сменить это физическое тело. То есть здесь тоже много разных подразделений, про которых мы говорим на ретритах. Это все показано, это все. То, что я говорю на ретрите, я могу показать это через свое поле любому другому. Вот. Чтобы долго не объяснять и не говорить, а как это происходит, он просто это видит.